Добрый день, дорогие друзья, охотники, стрелки. С вами YouTube-канал ProHunt и магазины Mergen Outdoor и Охотники ИЗ. Вы, наверное, видели уже на нашем канале анонс, то, что к нам пришли новые ружья. Это испанский производитель Bergara. Сегодня мы хотели бы остановиться более как бы углубленно на этих модельках. В наличии у нас есть модель Sporter, модель Hunter и модель HMR. Ну, вкратце, наверное, я думаю, вы уже слышали, кто такой производитель Bergara, то, что они находятся в Испании, на севере. Это небольшое такое маленькое поселение, которое славится изготовлением высококачественных сталей. В свое время, в 19 веке, они изготавливали холодное оружие, броню и так далее. В 20 же веке они начали изготавливать, уже перешли как бы к огнестрельному оружию, начали делать стволы. Уже в 20 веке, в 1969 году, было основано производство оружейных стволов, которые отличали точный бой, да и просто отличное качество. В начале 20 века данные стволы начали поступать в США. И в 2019 году вице-президент компании Bergara USA Бен Флеминг сказал, что если взять винтовки 10 производителей охотничьего оружия, изготовленные в последнем десятилетии, то по меньшей мере на 5 из них будут стоять стволы нашего производства. То есть на 5 винтовках будут стоять стволы Bergara. В 2004 году руководство компании принимает решение о производстве серийного оружия для охотников и стрелков. Используя опыт производства высококачественных стволов и обладая высокотехнологичным оборудованием, компания вышла на рынок с высококачественными винтовками, которые отличались точным боем, надежностью и элегантным классическим дизайном. Значит, далее давайте более внимательно разберем наш карабин Bergara Sporter B14. Он вот в такой вот черной пластиковой ложе. Ложа очень удобная, сама по себе тактильная, не скользит, хорошо лежит в руке. В общем, очень приятная. Значит, если посмотреть на ствол и ложу, она не соприкасается, то есть четко можно сказать, то, что данный ствол вывешенный. Если мы раньше пытались проталкивать листок бумаги, здесь визуально даже видно, то, что вывешенный ствол. На излом попытаемся винтом ложу влево-вправо, она не касается. Хотя некоторые как бы производители грешат вот этими тонкими ложами, в результате чего в момент, например, когда у вас ствол стоит на сошках, начинаете влево-вправо его поворачивать, иногда бывает касание ствола и ложи, в результате чего идет неточный выстрел. Здесь же ложа достаточно прочная и никуда не поворачивается. Винтовка оснащена, значит, вот такой вот резьбой. Предназначена эта резьба, ну, гаечка и резьба, соответственно. Гайка закрывает эту резьбу. Предназначена для накручивания каких-то дульных приспособлений, например, дульный тормоз-компенсатор. Затвор, как мы уже сказали, ремингтоновского типа. При взведении затвора, в задней части затвора у нас появляется сигнализатор-маячок, красная такая точка, которая сигнализирует о том, что винтовка у нас находится во взведенном состоянии, то есть как бы патрон находится в патроннике, винтовка готова к выстрелу. Далее перейдем к размерным характеристикам. В данном случае у нас винтовка в калибре 30.06. Спортер. Замерим общую длину винтовки. Общая длина 113.5 сантиметров, длина ствола 61 сантиметр, значит, расстояние от спускового крючка до резинового затыльника 35 сантиметров. Вес данной винтовки 3,3 килограмма в данном исполнении. Разберем нашу Bergara. Значит, затвор извлекается очень легко. В левой части ствольной коробки имеется кнопочка, нажимаем на нее и извлекаем затвор. Затвор, как я уже говорил, ремингтоновского типа, имеет два боевых упора. Значит, здесь зацеп выбрасывателя. Очень удобная ручечка, кстати, вот с таким вот набалдашником. Далее, магазин. Однорядный, пластиковый, легко извлекается при нажатии на кнопку, просто, ну, как бы выпрыгивает из винтовки.
Однорядный, рассчитан на 3 патрона, изготовлен из цельного пластика. На боковой поверхности у нас имеются перечисленные калибры, к которым он подходит. В данном случае это карабин у нас калибра 30.06, соответственно, к нему подходят 270, 8.57, 9.3 на 62 и 6.5 на 55 швед. Снимем ствол, отделим его от ложа. У нас имеется вот такой вот небольшой ключ, то есть это обычный шестигранник 4-миллиметровый. Вот таким вот образом откручиваем 2 болта и, соответственно, снимаем ствол и... Так, извлечем из ложи спусковую скобу с шахтой магазина. Небольшим таким усилием все, она снимается. Она сделана из цельного куска алюминия. Вот. Здесь... Получается, на шахте магазина вот таким вот образом смонтирована защелка этого магазина. Все очень просто, довольно-таки просто защелка и пружинка. Ложа изготовлена из цельного материала. Вот внутренности, можем внимательно рассмотреть тоже. Вот она, пожалуйста. Здесь идет отверстие под лапу отдачи. Значит, в местах крепления болтов мы видим металлические втулки, то есть все довольно-таки качественно крепится. Ствол с ударно-спусковым механизмом. УСМ, как мы уже говорили до этого, это собственная разработка Бергары. Называется она Performance. Значит, и вот она вот такая вот, очень мощная лапа отдачи у нас стоит. Значит, УСМ имеет усилие 1,2 килограмма, что в принципе является довольно-таки безопасным и с другой стороны позволяет сделать очень точный выстрел на охоте. Значит, переводчик предохранителя. УСМ закрыт 2 плашками, то есть внутренности они как бы недоступны, ничего туда не попадает. Есть определенные отверстия, через которые мы, в принципе, видим внутренности. Но все довольно-таки качественно, четко и аккуратно. Сборка данной винтовки после ее неполной разборки производится в обратном порядке. То есть берем ложу, вставляем шахту магазина вместе со спусковой скобой, после чего укладываем в ложу наш ствол, лапу отдачи. После чего болтами, с задней стороны у нас более длинный болт, спереди коротенький, легким движением руки закручиваем. Все очень минимализировано, удобно для последующих чисток вашего карабина. Значит, затвор вставляется таким же образом, нажимаем на клавишу в левой стороне ствольной коробки, после чего вставляем магазин. Все, винтовка в принципе готова к стрельбе. Так, со спортером закончили. Следующий на очереди у нас Hunter. Hunter, вот такая вот шикарная винтовочка. Ложа в зеленом цвете, камуфлированная. Тоже soft touch, тактильно, ну очень хорошо, вот прям прощупывается, прям приятно. Значит, размерные характеристики данной винтовки, она у нас представлена в настоящий момент в калибре 243. 243. Общая длина винтовки 105 сантиметров. Длина ствола 56 сантиметров. Расстояние от спускового крючка до тыльника 34,5 сантиметра. Разбирается данная винтовка по аналогии с винтовкой Спортер, в исполнении Спортер. Извлекаем магазин, тоже такой же магазин, только здесь, соответственно, он под 243 калибр и калибры 308, 6,5 Кридмур, 22-253М. Пластиковый вот такой вот очень удобненький, кстати, очень легкий магазин. Извлекаем затвор. Канал ствола просматриваются такие ровненькие, хорошие нарезы. Очень хорошо отполирован. Вообще обалденно. Далее
Снимем ложу, снимем ствол. Также крепится на два болта. Один чуть-чуть покороче, один чуть-чуть подлиннее. Все, раскрутили. Извлекаем ствол. Ствол аналогичен полностью спортеру. Мощная, хорошая лапа отдачи. USM Performance. Мы уже до этого говорили, усилие спуска 1,2 кг. На стволе также имеется у нас вот такая вот гаечка, которая защищает резьбу. Резьба предназначена для установки дульного тормоза компенсатора. Снимаем также шахту магазина и можем посмотреть внутренности нашей ложи Hunter. Я бы сказал, она почти невесомая, вообще очень легкая. Значит, под лапу отдачи предназначено вот такое вот отверстие. Лапа действительно крепится очень мощно, и винтом ложа у нас не идет. Сборка данной винтовки производится в обратном порядке, дабы не тратить ваше время. Мы сделаем небольшую паузу и перейдем к следующей винтовке. Следующее исполнение винтовки, которую мы сегодня разберем, это Bergara B14, исполнение HMR. Значит, 308 калибр, ствол карбон с дульным тормозом-компенсатором. Кстати, мы до этого отстреливали эти винтовки для пули гильзотеки. Очень хорошо работает дульный тормоз-компенсатор. Я в этом убедился самостоятельно. Мы выстрелили в одинаковых калибрах, 308-х. Первый выстрел был с Хантера, соответственно, без приспособлений дульных. И следующий выстрел был вот этот HMR. Процентов на 35-40 отдача реально гасится. То есть стрельба становится очень комфортной, очень качественной. Перейдем к разбору. Значит, что мы имеем в данной винтовке? Длина винтовки в 308 калибре 107 сантиметров. Длина ствола, ну, наверное, замерим с дульным приспособлением, это получается 55 сантиметров. И без дульного приспособления это будет 51 сантиметр. 51 ствол здесь. Значит, расстояние от спускового крючка до затыльника 37 сантиметров. Чем же отличается ложа HMR от ложи, например, Sporter и ложи Hunter? Во-первых, регулируемый гребень приклада. Регулируется очень легко вот этим винтом, после чего вы можете его извлечь и поставить на необходимую высоту. Также таким же вот винтом вы его закрепляете, все, он никуда не денется. Значит, затыльник. Он также регулируется. Мы имеем уже сейчас на винтовке три проставочки стоят. В чем бонус этих проставок? Когда вы откручиваете, слегка ослабляете винты, выкручивать их полностью не надо. На этих проставках имеются вот такие вот прорези. То есть винты, они просто выходят в эти прорези. Вы чуть-чуть подосвободили, вытащили одну проставку, закрутили винты. Если вам необходимо уменьшить еще длину, то уменьшаете дальше. Вы можете снять все три вот этих вот вставочки. Наверное, также разберем, как и предыдущие винтовки. В принципе, все остальное похожее, такое же самое. Единственное, магазин чуть-чуть другой. Данный магазин уже на 5 патронов, пластиковый тоже. Здесь, значит, в 308 калибре. Также прописаны калибры, как бы доноры, что ли. 6,5 Creedmoor и 22-250, то есть патроны каких калибров подходят к данному магазину, то есть есть взаимозаменяемость. Значит, единственная кнопка выброса магазина у вас находится впереди спусковой скобы, когда на Hunter и на Sporter она была впереди шахты магазина. Мы его опустим вниз до конца, после чего нажатием на кнопочку извлекаем наш затвор. Два боевых упора. Все по аналогии с Хантером и Спортером. Значит, предохранитель ремингтоновский, мы об этом уже говорили. Разбираем, используя тот же самый шестигранник, 4-миллиметровый. Раз, два. Крепление по аналогии на два болта. Все, снимаем ствол.
Вот такой вот у нас ствол в карбоне. Кстати, ствол достаточно легонький. Лапа отдачи, ствольная коробка. На ствольной коробке на левой стороне надпись «Бергара». Чем же хороша эта ложа? Во-первых, она очень жесткая, такая качественная. Значит, под лапу отдачи стоит здесь алюминиевая проставка такая. На излом винтом эта ложа никоим образом вообще не как бы сворачивается. То есть, ну, она реально, во-первых, она не сильно много весит, а во-вторых, в принципе, она очень жесткая и качественная. Да, кстати, по спусковой скобе и, получается, кнопке выброса магазина, здесь она находится с другой стороны. То есть, если на спортерах и хантерах она находится с этой стороны, то на HMR под большой палец вот таким вот образом магазин выбрасывается. То есть, что, в принципе, ну, очень довольно-таки удобно. Раз. Если говорить о ложе, то можно отметить наличие нескольких креплений под антапки. То есть, на цевье имеется у нас два крепления под антапку. Можно одно использовать для сошек, одно для ремня. Значит, на прикладе также имеется классическое крепление, обычное. Кроме этого, имеются еще крепления для антапок типа M-Lock, которые идут с защелкой. То есть вы эту винтовку можете повесить как угодно. Как вам удобно будет ее носить, таким же образом левой стороной, там правой стороной, либо в классическом исполнении. Значит, что можно еще раз сказать про данные винтовки? Винтовки отличные. Приобретаем в магазинах «Охотник KZ», магазин «Мерген Аутдор». Будем рады видеть вас в наших магазинах. Приезжайте, приобретайте данные девайсы.